Уважаемые пчеловоды, предлагаем вам еще одну видеоинструкцию по эксплуатации клинового ножа, или другими словами, ласточкин хвост, или дельта-нож. Нож состоит из двух лезвий, расположенных под наклоном, защитной трубки, под которой находятся нагреватели, и крепежных элементов. Вот их три, под три болта. По вопросу материалов, материалы все соответствуют требованиям пищевой промышленности. Это нержавеющая ножевая сталь, трубки и уши выполнены из пищевой нержавейки. У нас есть несколько модификаций данного ножа. Это нож для горизонтальной обрезки, для горизонтального механизма. Второе, нож для вертикальной обрезки. Вот он такой. Отличается положением трубки. Если в первом случае трубка находится внизу, то во втором трубка находится сверху, и ее не видно при вертикальном положении ножа. И третья модификация – это паровой нож. Также можно использовать как водяной. В нем нет нагревателей. Через полость, образованную трубкой, можно прокачивать горячий пар или горячую воду для нагрева лезвия. Далее. Мощность этого ножа 150 Вт при напряжении 12 Вольт. Ток при этом колебается от 10 до 12 Ампер. Можно ножом пользоваться от автомобильного аккумулятора, но недолго, 2-3 часа, не более. Рекомендуем использовать понижающий трансформатор 220-12 Вольт. Под защитной трубкой, где находятся нагреватели, размещаем также термоотсекатель на температуру 120 градусов, которая предотвращает подгорание меда при холостом ходе ножа. Вот эти три исполнения ножей мы предлагаем нашим покупателям для изготовления простейших механизмов по обрезке забруса, которые мы и сами делаем. Обращайтесь, благодарю за внимание.